Утро в Петербурге – это Московский вокзал всегда практически в силу того, что это такое вот… Если прибываешь в Санкт-Петербург, то это вот вокзал. Не надо, мне кажется, людям заниматься, вообще на эту тему думать, с какой ноги вставать. Просто надо остановиться. Остановиться и ничего не делать. В этот момент взять, сделать что-то абсурдное. Выйти и пойти в парк и погулять полчаса в парке, даже если ты сильно опаздываешь. Кинотеатр «Аврора» на Невском. Не просто здание, где показывают кино, а для меня это именно творческий коллектив, символ моего пребывания в Санкт-Петербург. Утром я, по возможности, иду сразу в кинотеатр «Аврора». Ну или, по крайней мере, вечер.